about you guys? Hi. What's your name? My name is Daniel. What about you? Hi, my name is Erwin. I'm Dominic from Philippines. 27. Yeah. Do you like Batumi, guys? Yeah. Yes. Number one. I'm from Belarus. Do you know where is it? Yeah, Belarus. Yes. Belarus. Так, ну что ж. Обновление по поводу пробежки в Батуми, значит. Отличие от Тбилиси, да, в том, что ты здесь можешь потрогать море. Вот, соответственно, да, морской запах. Набережная в Тбилиси, особенность, это горы, но они вечно где-то вот там, вот чуть-чуть ближе к горизонту. А здесь, в Батуми, ты прям можешь ощутить вот эту вот особенность данного города. Ну что ж, делаем круг и возвращаемся обратно в отель. Возле Батуми несколько смотровых площадок. Одна, на которой поднимается катная дорога, Арго гора, да? А здесь Самеба, она на 150 метров выше. Но, несмотря на то, насколько выше данная локация, приезжать в любом случае нужно, когда безоблачное, чисто ясное небо. Так как сейчас, ну, посмотрите, тут затуманено все. Ты поднялся чуть выше облаков, и не видно абсолютно ничего. Так, ну ладно, я приложу какую-нибудь фотографию рядом. Тут должно быть красиво, особенно эта вот зеленая территория. Она напоминает кадры, как из какого-нибудь хорошего фильма. Спустились мы со смотровой площадки. Ну, кто же знал, что там будет так все затуманено, да? Вот, но, несмотря на это, сейчас мы находимся в одном из портов Батуми, окружен яхтами. И идем к основным достопримечательностям. Это башня алфавита и статуя Али и Нино. По кругу 33 буквы алфавита грузинского. Колесо обозрения и статуя Али и Нино. Сейчас она не двигается, но по вечерам в сезон они должны двигаться навстречу друг другу. Значит, новая информация. Скульптура Али и Нино все-таки движутся навстречу друг другу днем. А данное время суток им все-таки не помеха, поэтому смотрим. Скульптура работает. По поводу погоды в апреле в данной куртке, она довольно-таки теплая, было жарко, да, сейчас в море я не пожалел, что я с собой сегодня взял, потому что температура снижается очень быстро. Экскурсия на кораблике вдоль берега Батуми, да, по Черному морю, полчаса, 20 лари, и вы получаете данные красоты и безграничное Черное море. От прогулки на катере вдоль берега Батуми однозначно положительный, так как это первый выход в море, в принципе, да, и отличие от озера, ладно, про озеро я молчу, от реки, да, то есть они действительно есть, так как здесь эта вот качка, которая не дает тебе забыть о том, что все-таки это море. Она прям оживленная. Я бежал утром по данной набережной, да, или как его еще называют, новый бульвар Батуми. И иду сейчас, это абсолютно два разных места. Во-первых, это люди, да, которых стало здесь гораздо больше. Во-вторых, музыканты, кафе, это все открывается. И просто посмотрите на этот вид, на вид моря, когда солнце постепенно начинает заходить. Это же совершенно другая ситуация. Еще одно место в Батуми, которое рекомендуется к посещению, это полоса прибытия самолетов в аэропорт Батуми. Как видите, вот эти все ребята
за моей спиной они ждут чуда, когда самолет пролетит на максимально низком расстоянии от земли. Что ж, попробуем заснять это. Летит, он летит, ребят. Несколько огней. Он все ближе. Сейчас будет прям под этой территорией идти. Так, 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 я уже в предвкушении. Смотрим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Полетел на взлетный босс. Смотри, смотрите на эти довольные лица. Смотрите, довольные лица. Как они, сколько мы его ждали. Вау, вот это зрелище, которое обязательно к просмотру. Это прям нужно в обязательном порядке. Ну что ж, мы прекрасно завершаем свой день. Батуми, Грузия, рекомендую. So guys, where? We are here in Batumi.